ситуація, сам понимаете, серьезная. Да, мужчина, добрый день. ДТП Киев-ЮА. Пару слов скажите, пожалуйста, что случилось? Что произошло? Ничего не произошло. Они придрались, одели меня на руку. Так, так, вижу. Но могли бы рассказать, почему вас задержала полиция? Что происходило? Я не понимаю, что они хотят. Ну, говорят, вы пили спиртное за рулем. Нет. Вы трезв? Да. А проверяли на драйвер? На что? На драйвер, ну, устройство. Задували вас? Я не собираюсь проверяться. Я понял. А почему задержали вас? Что происходило? Не знаю. Они вывалили меня из машины, вот, одели наручники. Так. Вот. Все, вот я весь грязный. Говорят, у полицейского сбили. Да. Ну, наверное. А как так произошло? А где этот полицейский, которого я сбил? Госпитализировали, пострадал. А, ну пускай приедет сюда и расскажет. Ну так видели вон люди, что сбили. Почему сбили? Это как получилось? Те люди, которые видели. Следователь будет разбираться уже. Ну, покажет. Разбираюсь. Как зовут вас? Ну, вы водили автомобиля Mitsubishi Pajero, да? Нет. А какого? Вы ко мне пристаете? Никак нет, интересуюсь. Ну, хорошо. Все, спасибо. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Инспектор управления патрульной полиции Мисти Киеве, департаменту патрульной полиции роты 10, батальону 4, лейтенант полиции Вишневская Катерина. Катя, что случилось тут? Отримали виклик на планшет щодо того, що на Сріблястому Mitsubishi Pajero держномер АНА-АНА-8878МВ водій в нетверезому стані знаходиться, рухається по дорозі. Побачили автомобіль, намагалися зупинитись, водій на вимоги зупинки не реагував, закрив вікна і почав рух на мого напарника. Посадив напарника на капот. І потім з дороги звернув на тротуар з напарником на капоті. Напарник зараз поїхав у кареті швидкої допомоги. В нього забої гомілки, сказали так лікарі, що постраждав. Водій знаходиться з ознаками алкогольного сп'яніння. Запах алкоголю з ротом, неадекватна поведінка, порушена координація рухів і мова в нього. З порушенням. А наскільки сильно напарник ваш пострадав? Ну це вже лікарі скажуть. В сознанні був? Так. Гон, все. Спасибо большое, Катя. Дякую.